Елена Барышева распевается перед очередным занятием в коллективе эстрадной песни «Апрель». Несколько раз в неделю она приходит сюда, чтобы почерпнуть вдохновение и заняться любимым делом. Сегодня солистка уже не мыслит своей жизни без сцены и выступления, а началось все в детстве, когда маленькая Лена пришла в творческий коллектив поселка Вознесенского. А после переезда в Саров стала частью объединения Центра культуры и досуга в НИЭФ. Мне дает силы, как ни странно. Когда мне плохо, я пою, и когда мне хорошо, я тоже пою. То есть вот она дает мне силы. В репертуаре у меня больше всего, конечно, таких лирических песен. Ну, лирика драматических, может быть. Музыка сопровождает Елену всю жизнь. Она музыкальный руководитель в детском саду и изо дня в день прививает дошколятам любовь к этому искусству. Несмотря на такую непростую и очень ответственную работу, Елена не забывает и о собственном саморазвитии. Благодаря участию в престижных творческих конкурсах она смогла преодолеть волнение перед выходом на сцену. Бывает волнение разное. То волнение, которое должно быть у артиста, оно должно ему помогать. А у меня было такое волнение, которое мне мешало выступать. То есть я буквально там теряла 50% из-за этого, выступая. Поэтому вот мне нужен был такой опыт, чтобы я выходила и делала то, что я хочу и могу зрителю им донести душой и голосом. И с поставленной целью солистка справилась. На международном фестивале «На крыльях талантов» в Саранске она завоевала гран-при. Елена выступала в номинации «Эстрадный вокал». Саровчанка исполнила две новые песни из своего репертуара. На этом же конкурсе в своей возрастной группе выступила воспитанница Елены. Вообще, меня Ирина Сдулайн зовет лягушкой-путешественницей, да. По конкурсам езжу часто. И это для меня очень бесценный такой опыт. 17 марта Елена вместе с другими солистами выступит на сцене Центра культуры и досуга в НИЭФ на традиционном концерте коллектива эстрадной песни «Апрель». А уже осенью она планирует свой сольный концерт. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.